안녕하십니까. 어, 함께 자리 같이 못했지만 온라인으로 이렇게 대면할 수 너무 감사합니다. Хотя мы можем видеться вместе лично, но я рад, что мы можем общаться через онлайн. 정말 이번 일은 좋은 방송 장치 없었으면 얼마나 우리가 슬플 수밖에 습니까 Если бы сегодня у нас не б ы л бы с и с т е м т р а н с 하나님께서 좋은 장비를 가지고 우리 서로 멀리 떨어져 있어도. Я благодарен, что Господь Бог дал хорошую аппаратуру, что, находясь вдали, мы можем общаться друг с другом. Прочитаем Евангелие 8 главу. С первого стиха будем читать. Если вы нашли 8 главу, я буду читать с первого стиха. 예수는 감난 산으로 가시다. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아침 저희를 가르치시더니. 세이완들과 저희 바리새인들이 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставив ее посреди. Сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень?»

Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твоя обвинитель? Никто не судил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «Я не осуждаю тебя, иди впредь не греши». Когда мы читаем Библию, Иисус пришел на землю в качестве нашего спасителя. Поэтому, когда мы идем к Иисусу, нам не нужно делать что-то хорошее перед Ним. Неважно, какой у нас вид, какой мы зло или грех совершили. У Иисуса есть премудрость, сила, чтобы все это очистить. это корейская компания начала продавать автомобили в США. 어떻게 이제 미국에 팔았느냐 하면은 다른 자동차는 뭐 자동차에 따라 다 다른데 конечно, <suss> у каждого автомобиля свои условия 뭐 2년 동안에 2만 마일까지 애프터 서비스를 합니다 кому-то, 2년 동안에 2만 마일까지 애프터 서비스를 합니다 아니면 3만 마일에 뭐 3년까지 그런 방법이 있는데 아니면 3년 동안에 30만 마일까지 А корейская компания Hyundai предложила удивительные условия. 여러분, 여러분, Америки, пожалуйста, покупайте автомобили компании Hyundai. Hyundai 해주고, Тогда у нас будет гарантия на 10 лет до 100 тысяч миль. 근데 여러분 미국에는 인건비가 비싸서 자동차 수리하면 부속값도 부스 비싸지만 인건비도 굉장히 수입이 많이 들. 어 n a m e r i 그일을 미국에 판매하기 전에 많은 계획들을 했대요. 그래 현대, п р 이제 현대 자동 Есть господин по имени Чонг Монгу. Он является лидером компании «Хендай». Он сказал, давайте мы создадим автомобиль, который не ломается. Люди говорили, это разве возможно? Где есть автомобили, которые не ломаются? Такого не может быть. Совершенно верно, в мире есть многое того, что невозможно даже представить. Такого не может быть, но главное, чтобы это сделать возможно. Конечно, я сам не изучал, но мне рассказали, что сделала компания Хендай. Что же сделала компания Хендай? 부품 가운데 제일 많이 나가는 부품이 팔리는 부품이 어떤 걸 조사하겠습니다. 아니, проверили какая деталь п р о д а т с я на рынке больше всего и чаще всего. 어떤 부품이 고장나면 그걸 갈기 새 부품을 사오지요. 일단 łamajtsa какая-то часть, деталь, тогда е покупать чтобы заменить. 부품 판매 파트에 가면은 어떤 모델 판 넣어 보면 제일 많이 팔리는 부품이 뭔지. Проверили на компьютере какая деталь п р о д а т с я чаще всего.

Что значит продаются чаще всего? Это значит, что они чаще всего ломаются. Почему же эти детали ломаются чаще других? Вот это они начали изучать. Нам кажется, как это можно собрать машину, которая не ломается. Если есть все, она не должна ломаться. Однако машины ломаются. И поэтому собрать машину, которая не ломалась, это невозможно. Принесли детали, которые ломаются чаще всего. И начали изучать, почему они ломаются, в чем проблема, что нужно сделать, чтобы они не ломались. Когда они начали решать эту проблему, что удивительно, процент поломок в машине начал падать. Знаете, несколько лет тому назад у нас в Корее в автомагистрале всегда было СТО. Но сейчас вы, автомагистрали Кореи, не увидите СТО. Раньше машины часто ломались на дорогах. Но сейчас практически они не ломаются. Вы знали об этом? После этого в Корее в Сеуле стало очень сложно найти СТО. Найти СТО настолько сложно, как найти нашу церковь в Сеуле. Другими словами, если вы найдете церковь в Гангнаме, тогда вы сможете найти СТО. Почему? Потому что перед нашим молитвенным домом есть СТО. А так, в Сеуле очень сложно найти СТО. Были времена, когда на каждой улице была СТУ. Почему их не стало, скажите? Потому что автомобили перестали ломаться. Среди моих знакомых многие ездят на машине Хендай. Говорят, что они ездили 10 лет, и она не ломалась. Об этом раньше люди даже не могли представить. Шина сносится, если ты ездишь много. Ломаются детали. Это было естественным Однако Поставили цель создать машину, которая не ломается И они добились успеха Как это можно собрать машину, которая не ломается, вы скажете? Совершенно верно Невозможно собрать машину, которая не ломалась бы Но можно сократить частоту поломки в машинах В Америке в других компаниях давали гарантию на 2 года или на 20 тысяч 현대자동차는 미국에 10만 마일 10년 동안 앱 서비스 한다고 전면에 광고했을 때 사람들이 다 웃었어요. 어디서 시작했냐? 오, Но ну, интересно, действительно, 10 лет машины практически не ломались. Я сейчас не рекламирую компании Hyundai, они мне не платили. Я говорю то, что я слышал. Говорят, автомобили их компании Hyundai хорошо продаются в США. Казалось бы, одна машина, но люди могут по-другому относиться к ней. Неужели Иисус не может освободить нас от греха? Ваша способность грешить и способность Иисуса очистить ваш грех. Знаете, что сильнее? Скажите, кто сильнее? кто сильнее? Вы думаете, наша способность грешить сильнее или способность Иисуса очищать сильнее? Да, люди продолжают грешить. Многие люди грешат. Но Иисус может все грехи омыть. Вы сказали аминь. Спасибо. Совершенно верно. Иисус вполне может все сделать. Сегодня мы прочитали Слово. Я уверен, каждый из вас знает хорошую эту историю. Иисус спасает женщину, взятую в преподавание. Моисей принес закон. Говорят, в 1491 году до нашей эры пришел закон. Это был год, когда израильский народ вышел из Египта. Из истории Египта выявили дату, когда израильтяне вышли и получили 1491 году нашей эры. Когда израильский народ вышел из Египта и шел по пустыне. Когда израильтяне жили в Египте, они решили следовать за законом Египта. А знаете, какой там был закон? Если израильтяне родят сына, этого сына нужно было бросить в реку. Полиция ходила по домам израильтян, они смотрят, родился мальчик или девочка. Я представил просто эту картину. Стучаться в дверь. Женщина, спрятав ребенка, убегает. Ребенок плачет. Полиция находит их. Приходят за ним. Они говорят, пожалуйста, не надо забирать моего ребенка. Они говорят, отдай ребенка, мы забираем его. Потом с ребенком идут к реке Нил. Мать плачет, бежит за ними. Солдаты бросают. Мать идет в реку за сыном, чтобы спасибо. Муж говорит, пожалуйста, успокойся, это опасно. Очень жалкая была у израильтян жизнь. Подобное происходило каждый день на реке Нил. Ребенка, который 9 месяцев носила мать, бросают Нил, а мать не может найти его. Мама плачет, плачет и плачет. Муж пытается утешить жену. Ой, дорогая, у нас не было другого выбора. Не теряй сознание. Иначе я тебя потеряю. Пожалуйста, потерпи немного. Все будет хорошо. Ой, дорогой. Я не могу забыть моего сына, как я его могу забыть, сынок? <свят> Страшное событие ежедневно происходило у реки Нил. Представляете, как это печально. Представляете, как это грустно. Когда израильский народ выходил из Египта, они освободились от закона Египта. Они освободились от закона фараона. Они прошли через Черепное море, идут по пустыню в землю обетования. Ой, дорогая, нам так повезло. Если бы наш сын родился два месяца ранее, тогда его бы бросили в реку Нил. Но мы освободились от закона Египта. Мы родили сына. Его никто не бросит в реку Нил. Ой, слава Богу, если бы он родился ранее, его могли бросить в реку. Вот такое деяние произошло у израильтян. Они освободились от закона Египта. Теперь они не имеют никакого отношения к закону Египта. Они вышли из Египта и пришли на полуостров Синай.

그 태측토라고 하는 흙들이 강물에 같이 쏠려 내려옵니다. 그 물과 태측토는 흙이 굵고 그래서 물에 금방 가라앉는데 태토는 거의 그 뭡니까? 물에 다져 아주 가루가 미세해서 Однако тот песок, который на реке Нил, оно легче воды, поэтому с течением собирается вместе. И у входа в Средиземное море этот песок начинает собираться.

Она очень плодородная земля. Если заниматься земледелием, вы можете получить хороший урожай. Говорят, из четырех больших древних империй одно было египетским. 요셉이 이제 에굽에 와서 에굽의 총리가 됐고. Когда он привел свою семью, своих родителей, Иосиф позволил, чтобы братья жили в самом плодородной земле. Это земля Гусем, которая находится в зоне Дельты. Израильский народ жил на земле Гусем. И на протяжении 430 лет они жили на этой земле. Конечно, было многое, но впоследствии они стали рабами у египтян. Но но Бог освободил израильский народ от закона Египта. Теперь даже если у них родится сын, им не нужно бросать в реку. Представляете, как им было радостно? Они вышли из закона Египта, но не могли жить совсем без закона. Поэтому Бог сказал, что даст новый закон. Бог спросил у израильского народа, я хочу вам дать закон. Если вы будете все исполнять, вы получите благословение. Если же вы будете нарушать, вы получите проклятие. Ничего страшного. Все сказали да. Они сказали, мы все исполним. Когда Господь Бог дал им обещание, это мы называем заветом или законом. На самом деле, это закон. Но Бог пообещал. Говоря, если вы исполните, получите балаласами, если нарушите, получите проклятие. Но израильский народ весь нарушил закон. Хотя они не бросали своих сыновей в реку Нил, но они должны были получить проклятие. 근데 이제 예수님이 이 땅에 오셨는데. 그때 율법이 원한 약1 5 0 0년 동안 사람들 예수 오기 전까지 율법의. После пришествия закона на протяжении 1500 лет люди мучались под законом. Когда израильский народ вышел из Египта, на них начал действовать закон не Египта, а другой закон. Этот закон называют закон Моисеев. Есть люди, которые называют это законом Моисея, но также его называют заветом. Спросите, почему это завет? Потому что Бог спросил, вы сможете все исполнить. Но если вы исполните, получите благословение. Нарушите, получите проклятие. Когда народ сказал, да, мы все исполним. Бог пообещал. Он же обещал. Но говоря, если вы исполните, получите благословение. И они договорились друг с другом. Но с того момента израильский народ начал нарушать закон Бога. И каждый раз, когда они нарушали закон, они должны были получить наказание. И когда Моисей со скрижалями спускался с горы Синай, а израильский народ, поскольку Моисея долго не было, они подумали, что Моисей умер, поэтому они не сказали, кто же будет вести нас. И сделали золотого тельца, который будет их вести. Они начали приносить жертву, веселиться, петь песни. И в этот момент Моисей спустился со скрижалями. Он разбил их. Потому что весь народ должен погибнуть из-за этого закона. Из-за того, что они сделали золотого тельца, в тот день погибло три тысячи человек. Израильский народ пообещал перед Богом, поэтому они должны были получить проклятие. Но Бог предложил способ очищения грехов. Тот, который хочет получить прощение грехов, должен прийти козу из порока. Нужно возложить руки на голову козла. И когда заколят жертву,

Бог хотел сказать о том, что придет Иисус Христос, который является агентом Божьим, и очистит наш грех. Для того, чтобы интереснее эту ситуацию разобрать, давайте мы откроем послание к римлянам, 8 главу. Послание к римлянам, 8 глава, 1 и 2 стихи. Что написано в 8 главе 1 стихе? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Когда мой сын был еще маленьким, он сказал, папа, у меня есть к тебе вопрос. Я сказал, спрашивай. Папа, знаешь, какой самый большой нос? Я сказал, ну, наверное, у слона самый большой нос. Он говорит, нет, папа. А какой ответ? Он говорит, Мексика. Потому что ко значит нос. Говорит, в Мексике было землетрясение, и поэтому у него ударили по носу. Я спросил у него. Самый большой нос это Мексико. А знаешь, самый хороший ко, то есть нос, что это? Сын не знал, что ответить. Я победил. Я сказал там, где нет осуждения. Правильно? Конечно, это игра слов, но я играю со словами через Библию. Смотрите, Бог. Бог создал израильский народ, но израильский народ согрешил. Все должны были погибнуть. 왜냐면 율법을 가지고 약속을 했기 때문에 율법을 어기 저주를 받아야 하는데 закон. Но если ты нарушишь закон, ты должен получить проклятие. 율법을 지킨 사람이 한 사람도 다 저주를 받고 멸망다이을 어겼기 должны были погибнуть. 그래서 하나님은 무슨 일을 하셨냐면 하면... сделал Бог. 우리 인간을 사랑하셨어. Und возлюбил нас, людей. 그래서 Поэтому что же Он нам дал? Он дал новый завет. Он дал новый закон. Я сначала не знал об этом. Большинство людей, когда читают Библию, они знают только частично Библию, поэтому возникают разные проблемы. Я же старался прочитать полностью Библию, поэтому начинал читать всегда от бытия. Один раз прочитал, второй раз, шестой раз, двадцать раз прочитал, тридцать раз прочитал, сорок раз прочитал. Когда 30 раз я прочитал Библию, у меня сложилось общее представление о Библии. Когда я прочитал 40 раз, 50 раз, 60 раз 70 раз, 70 раз, 70 раз все больше, чем я читал Библию. Что удивительно. Я увидел, что у Бога был план спасти нас от греха. Поэтому в Библии начинает бытие. Мы можем увидеть, как пророчествуется о том, что придет Иисус. Потому что когда придет Иисус, Он очистит наш грех. Бог дал не только 10 заповедей. Что такое 10 заповедей? Если ты их исполняешь, ты получаешь благословение. Не нарушаешь, получаешь проклятие. Однако все мы должны были получить проклятие. Мы должны были получить проклятие. Когда израильский народ находился в Египте, их сыновей бросали в Нил. Но когда они вышли из Египта, они уже не под законом Египта. Поэтому даже если рождается сын, не нужно его бросать в Нил. Они освободились от закона Египта. И к ним пришел новый закон, закон Бога. Не ставь иного Бога, кроме меня. Не делай идолов. Не называй имя Господне напрасно. Через субботу и помни его. Почитай родителей. Не прелюбодействуй. Не убивай.

Не лже свидетельствуй, не желай. Вот такой дал закон Бог. Если мы исполним, получаем благословение. Если нарушаем, получаем проклятие. Вот как Бог все сделал. Но израильский народ ничего не знает, сказал, что они все исполнят. Так они пообещали перед Богом? Так заключен был новый закон между Богом и Израилем. Но поскольку израильтяне без конца нарушали закон Божий, израильтяне должны были все получить проклятие и погибнуть. Однако Бог воздубил все человечество. <связывания> Люди, которые под законом, если они исполняют закон, получают благословение. Если же нарушают, они должны получить проклятие. <связывания> Поэтому что же сделал Бог? <связывания> если мы нарушаем закон, тогда получаем проклятие. Если исполняем, получаем благословение. Господь Бог решил дать нам новый завет, новый закон. И что это за новый закон? Он приготовил путь нашего спасения, новый закон. Мы прочитали сегодня Евангелие на восьмой главу. Давайте прочитаем следующее слово. 31, 31, Это книга Еремия, 31 глава, с 31 стиха мы будем читать. Еремия, 31, 31, 31. «Еремия, 31 главе, 31 стихе написано. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Юды Новый Завет. Первый совет это был 10 заповедей, то есть закон. Кто-то говорит, но ну, это же закон, а не совет. Да, правильно, это закон. Но также Бог дал обещание, что если вы исполните, получите благословение, нарушите, получите проклятие. И израильтяне сказали, что они исполнят. Об этом написано в книге Исход. И так пришел закон. Поскольку они нарушили закон, израильтяне должны были погибнуть. Все должны были получить проклятие. Однако Бог воздубил человечество. Он не хотел, чтобы мы получили проклятие. Поэтому что же Он сделал? Бог решил дать новый завет. Понимаете это? Он сказал, заключу новый завет. Получается, есть два закона. Первый закон. Это закон, который говорит, исполнишь, получишь благословение. А, Нарушишь, получишь проклятие. Все нарушили, поэтому должны получить проклятие. Но второй закон. 다른 법이에요. 이 이노이 자이 예레미야 31장 32절을 보겠습니다. Посмотрите е р е м я 31 г л а в 32 стих. 31절 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세운다고 말했고요. В е было написано, что Бог заключит новый в е т 3장 31장 32절에. 31 главе 32 написано. 나 여호와가 말하나 이 언약은 내가 그들 열조의 손을 잡고 애굽에 나오던 인도 땅에서 인도한 레것 같지 아니 그것은 И такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их земли египетской, тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Как здесь написано? Тот завет, который Бог заключил с израильтянами, когда Он вывел их из Египта, это был закон. И Бог говорит, что заключит новый завет, который отличается от того закона. И Бог говорит, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Почему? Потому что тот закон, который был заключен в Египте, все нарушили. Все должны были из-за этого получить проклятие. И Бог говорит, что заключит новый завет, по которому мы не получим проклятие. Новый завет отличается от того завета, который был заключен, когда вывел из Египта израильский народ. Этот закон уничтожает нас. А новый завет, новый. 33 стих. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех книг говорит Господь: Вложу закон мой во внутренность всех их, и на сердцах их напишу его и будут им Богом, а они будут моим народом. Первый завет был написан на каменных скрижах. Пальцем Бога был написан Завет. В этом Завете написано, что Бог написал пальцем закон второй завет. Бог говорит, что напишет не на каменных скрижалях, а напишет в наших сердцах, наших внутренностях. Другими словами, Бог сделал, чтобы наше сердце желало исполнить Второй Завет. Когда наше сердце будет заполнено похотью, у нас будут похотливые мысли. Но когда в нашем сердце будет сердце Иисуса, тогда мы будем становиться подобны Ему. Если Первый Завет был написан пальцами Господа Бога на скрижалях каменных, они говорили, если ты исполнишь, получишь благословение, если нарушишь, получишь проклятие. Но второй завет полностью отличается. Самое важное место это 34 стих. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познай Господа, ибо все сами будут знать меня. Почему? Если этот завет будет написан в наших сердцах, мы все будем знать его. А что важнее этого, это то, что написано после этих слов. 죄를, 하는데, те, которые согрешили, должны получить наказание. Но здесь написано, говорит Господь, потому что я прошу беззакония их и грехов их уже не воспомину более. Как написано в этом слове? Если я согрешу, я должен первому завету получить наказание а второй совет говорит когда я согрешил бог прощает наш грех И он не воспоминет их Здесь не написано, когда он поставит этот завет. Когда пророк Еремия писал это слово, в тот момент не было этого нового завета. В то время еще существовал закон, который если ты нарушишь, ты должен погибнуть, если приводиствовали, их побивали камнями. И они жили по таким законам. Но Бог говорит, вот наступают дни, когда я заключу Новый Завет. И этот завет говорит, я прошу беззакония их и грехов их уже не воспоминаю более. Мы не знаем, когда Бог заключит этот Новый Завет. Но когда придет время, Он говорит, я заключу Новый Завет. Завет, по которому Господь Бог прощает наш грех, и Он не воспоминет наш грех. Если первый завет говорит о том, что если мы нарушаем, мы получаем наказание. А второй завет говорит о том, что если мы нарушаем закон, Бог прощает нас. Так прошло время. Иисус пришел на землю. Он был на земле 33 года. Однажды Иисус учил в храме людей. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в приводеянии. И сказали Иисусу, «Учитель, эта женщина, взятая в приводеянии». Моисей в законе заповедал таких как побивать камнями. Ты что скажешь? Иисус ждал этого момента. Почему? Иисус пришел на землю для того, чтобы спасти нас. Поэтому на нем лежит ответственность, чтобы очистить любой наш грех. Но в этом законе... Когда мы согрешаем, не мы должны простить этот грех. Бог говорит, я прошу беззакония их и грехов их не воспомину более. Это есть Новый Завет. Однажды Иисус учил в храме людей, привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Книжники фарисеи сказали, учитель, эта женщина взятая в прелюбодеянии». Моисей в законе заповедал побивать таких камнями. Да, это первый завет, который говорит побивать таких камнями. А ты что скажешь? Когда же Бог восстановил Новый Завет? Иисус пришел, чтобы спасти нас от грехов. Эту женщину должны побить камнями. Но Иисус, Он должен спасти также и эту женщину. И что Он должен сделать, чтобы спасти ее? Ее поймали во время прибадяния. Если ее судить по закону, она должна погибнуть. И Бог хочет поставить новый завет. Что же сказал Иисус? Он пришел на землю с Новым Заветом. Понимаете это? И он поставил Новый Завет. Первый Завет. Бог дал Моисею на горе Синай. Бог дал Моисею скрижаль, на котором Бог написал закон. И этот первый закон Говорит о том, что если ты нарушаешь, ты погибнешь. Там нет милости, нет благодати. Новый Завет же. Что же он говорит? Когда мы согрешим... Не мы должны очистить свой грех. Бог говорит, я прощу беззакония их, не воспомину грехов их более. Женщину поймали во время прелюбодеяния. Ее должны побить камнями. Она должна умереть. Почему? Потому что закон Моисея говорит о том, чтобы побивали таких камнями. Нет закона, который может спасти ее. Но Бог поставил новый завет. Чтобы спасти ее, Бог должен дать Новый Завет. Первый Завет был написан на скрижали. Бог сказал, что Второй Завет поставит в наших сердцах. Когда люди спрашивали, Бог дважды написал. Первый раз, когда Он написал пальцами, это были скрижали. А второе, то, что Бог написал, это был Новый Завет. Аминь. Это был Новый Завет. Иисус написал два раза Новый Завет. Когда Бог написал закон о скрижали, из-за того, что израильский народ нарушил закон, Моисей разбил эти скрижали. Тогда Господь Бог второй раз написал на скрижали закон. Также Иисус должен был два раза написать Новый Завет. Он писал перстом на земле, потом встал. И этим новым заветом начинает судить эту женщину. Кто из вас без греха первый бросит на нее камень? Никто не мог бросить камень. Иисус написал дважды на земле. Потому что два раза нужно написать новый завет. И с того дня... Кто хочет исполнять первый закон, пускай исполняет, но он получит наказание. А тот, который хочет получить благословение через второй закон, он дал выбор. Если вы хотите получить наказание через первый закон, вас должны побить камнями. Эту женщину также. По первому закону нет пути спасения для этой женщины. По первому закону эту женщину должны побить камнями. Но Иисус написал Новый Завет. Он поставил Новый Завет. Теперь этим законом он начинает судить ее. И я не осуждаю тебя. Почему? Потому что Иисус взял весь наш грех. Он пришел с неба для того, чтобы очистить наш грех. Какой бы грех мы не совершим, Иисус должен очистить его. Первый закон не мог очистить грех. Поэтому Бог заключил новый завет и по нему судит нас. Тогда Он мог сказать и этой женщине, «Я не осуждаю тебя». Понимаете ли вы это? Когда Бог судит по второму закону, она выживет. Послание к Римлянам 8 главе 1 стихе написано. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Второй стих. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон духа жизни ⁇ это есть тот закон, который Иисус написал на земле. А закон греха и смерти ⁇ это закон. Закон делает человека грешником и приводит его к смерти. Поэтому 10 заповедей называют законом греха и смерти. А новый совет, который обещал Бог, написано «Закон Духа Жизни». В конце февраля этого года я был в США. На протяжении недели я общался с нашими служителями в Америке. На второй неделе пастор Йонгук Пак предложил поехать нам в другие штаты. Так, мы поехали в Атланту, в Вашингтон и Филадельфию. В Филадельфии собрались многие служители. Тогда один пастор дал мне визитную карточку. И там было написано «Церковь Нового Завета». Я спросил у него, «Ой, пастор, вы знаете, что значит Новый Завет?» New Он говорит, «Не совсем». Я ему прочитал Еремия 31 главу 34 стих. Бог говорит, вот, наступает дней, я заключу Новый Завет. Первый Завет. Говорит, если ты согрешишь, получишь наказание. Если подчинишься, получишь благословение. Это и есть Ветхий Завет. А вот Второй Завет, неважно, какой грех ты совершишь, Бог прощает наш грех и говорит, я не воспомяну. Вот это есть второй завет. Многие люди гибли из-за первого завета. Три тысячи человек умерло в первый день. Люди, когда осуждали, умерли, когда они возмущались, погибали. Умирали, умирали, умирали. Если мы не исполняли Первый Завет, мы должны были получить проклятие и погибнуть. По первому совету все люди должны были погибнуть. Поэтому Бог для того, чтобы спасти людей, Он дал новый завет. Иеремия 31 главе 34, 34 стихе написано. Говорит Господь, «Я прошу беззакония их и грехов их, уже не воспоминав более. Женщина была взята во время прелюбодеяния. Если судить ее по Первому Завету, в этом законе нет милости и благодати, поэтому она должна была сто процентов погибнуть. У Иисуса есть разные способы, чтобы спасти эту женщину. И чтобы спасти ее, нужно было поменять закон. Он должен был написать Новый Завет. И как написано,

Закон Моисея говорит, не прелюбодействуй, но она прелюбодействовала, поэтому она должна погибнуть. Но второй Новый Завет говорит, я прошу беззакония их. Иисус написал Новый Завет на земле. И он судил его по Новому Завету. По завету, который говорит, я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспомину более. Иисус умер на кресте, чтобы очистить наш грех. Иисус говорит, я умру за тебя. Я не осуждаю тебя. Так он смог спасти эту женщину, взятую в прелюбодеянии. Это касается не только этой женщины. Мы все должны погибнуть, если нас будут судить по первому закону. Однако Бог поставил новый завет. Завет, который отличается от первого закона. И что это за завет? Я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспоминай более. Говорит Господь. Если Господь не простит наш грех, получается, Он нарушил этот завет. Он становится грешником. Бог для того, чтобы и Он был святым, и мы были святы. Он послал Иисуса, который умер на кресте. Иисус очистил наш грех полностью. И затем говорит нам, я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспомину более. Дорогие слушатели, я с детства ходил в церковь, но я совершал много грехов, я делал многие плохие дела. Я всегда находился в страхе из-за греха. Я был уверен, что я попаду в ад. Но я в Библии начал изучать этот вопрос. Я изучил жертву за грех, который написан в Ветхом Завете. Как грех был передан Иисусу. Я узнал, что Иисус берет на себя ответственность за нас. Он объявил Новый Завет. Написал перстом на земле. Люди спрашивают, что же писал Иисус на земле? Бог написал Новый Завет. Если судить эту женщину по первому закону, ее поймали во время прелюбодеяния, поэтому она должна погибнуть. Но когда Иисус судил эту женщину по новому завету, он мог сказать, «Я не осуждаю тебя». Дорогие слушатели, Иисус судит не только эту женщину по Новому Завету, и меня, и вас, всех нас, чтобы спасти. Он создал Новый Завет, и Новым Заветом, когда Бог судит нас, как сказал эта женщина, взятая в Бодиане, «Я не осуждаю тебя. Я не воспомяну твоих грехов более». В следующий раз мы поговорим о жертве за грех. Удивительным образом наш грех был омыт. Написано в Кремле на 8 главе. Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это удивительно. В одной тюрьме находился один молодой человек, которого никто не мог контролировать. Он отвечал за работу в котельне, чтобы отоплять темницу. Он работал с металлическим инструментом, чтобы бросать дрова. Однажды к нему пришла одна мысль. Он нагрел вот такой кусок металла, потом проделал в стене дырку и начал расшатывать этот инструмент. Прошло время, и он смог отломать 10 сантиметров. Пока никто не видел, он спрятал его в земле. Никто об этом не знал. А что раз, когда он работал в котельне, он начал точить его для того, чтобы сделать острый нож. Пока он целый месяц точил его, кусок металла стал острым ножом. Ну, наконец-то, подумал он, он спрятал карман. Однажды он шел по коридору тюрьмы и увидел охранника, которого недолюболевал. Вдруг подошел к нему и приложил нож к шее. Охранник закричал, что вы делаете, что вы делаете. Все нормально. Слушай, мне ненавиден этот мир. Я хочу уже пойти в иной мир. Я хочу уйти из этого мира. Но знаешь, одному ходить как-то не хочется совсем. Давай вместе пойдем. Охранник начал трястись от страха. Он взял его в плен и вошел в пустую камеру. И закрывшись внутри, закричал. Пускай подойдет начальник тюрьмы, я открою дверь. Пускай придет министр юстиции и открою дверь. Поставив охранника на колени. Он сел сзади. Была большая паника в тюрьме. Охранник может погибнуть. Всю ночь вели совещание три часа ночи когда все немножко устали охранники на плечах принесли большой столб скоростью они ударили столбом в стену стена упала на них стена упала на тех которые находились в камере конечно они поранились но спасли охранника. В тюрьме ничего не могли сделать с этим заключенным. Он трижды похищал охранников. Я спросил у него, а как вы могли похитить его? Говорит, пастор, если захватить сильно, можно все сделать. Я сказал, расскажи, пожалуйста. И он рассказал. В тюрьме не знали, что с ним сделать. Поэтому решили пригласить одного пастора. Попросили его стать отцом этого заключенного. Заключенному было хорошо, потому что этот пастор отправлял нижнее белье, отправлял деньги. Заключенный стал послушным. Однажды пастор позвал заключенного. Да, отец. Этот пастор хорошо заботился о нем и угощал его. Однажды снова пришел отец и говорит, Кисон, я хочу кое-что тебе сказать. Да, о чем ты хочешь сказать? Слушай, в твоей камере есть заключенный, который верит в страшную секту Оксупака. Они говорят, что у них нет греха. Ой, как это можно быть без греха? Вот именно. Ни в коем случае не общайся с ним. Ты тоже можешь быть заманут ими. Он об этом не знал, что есть такой заключенный даже. У тебя что, нет греха? Этот человек не знал страха. Однажды некто хотел убить его, он сказал, отпусти нож, пока говорю по-хорошему. И этот человек начал угрожать. Тогда голыми руками взял за нож. Рука вся в крови. Он сказал, отпускай нож, иначе ударю тебя. И этот человек оставил нож. Никто не мог контролировать его. Таким он был. Он говорил: если я умру, то все закончится. Разве человек дважды умирает? Выходите, давайте подеремся. Тогда никто на него не нападал. Он встретил этого человека. Спросил: у тебя что, нет греха? Если у тебя нет греха, что ты делаешь в тюрьме? Ой, Я получил прощение грехов. Он был изумлен. Ему казалось, что его ударили по голове. Потому что он так страдал из-за греха. Тут есть человек, который получил прощение грехов. Я так ведь мучился из-за греха. Хотя говорил о том, что человек все равно умирает один раз. Что здесь страшного? Но в душе же он страдал из-за своего греха когда он думал о тех людях, которым причинил боль, он боялся, а вдруг есть действительно рай или ад. А тут есть рядом человек, который говорит, что он получил прощение греху. Когда действовал Дух Святой. Он сказал: Я тоже хочу освободиться от этого греха. Из греха я страдаю, я с ума схожу. Вот такое сердце появилось у него. Он сказал: А как ты получил спасение? Открыли Библию и начали общаться. Он ведь всю жизнь никогда не слушал Слова, как он может понять это? Он не мог понять то, что ему говорили. Пожалуйста, объясни еще раз. Ой, вы так плохо понимаете меня. Но все равно ничего не понимал. Ему казалось, что он сойдет с ума. Оба согрешили, но один говорит, что он получил прощение грехов. Он же не получил прощения грехов, поэтому он мучился. В конце концов, этот человек достал одну книгу книга называется ⁇ так я освободился от греха ⁇ Он начал понимать то, что написано в книге. И он целый день читал эту книгу. Уже стало поздно. Ночь. Все спали. Он уже читал книгу. 12 часов ночи. Ему было так обидно. Yeah, yeah, потому что что-то он не понимает. <смех> <смех> он хотел подождать до утра, но потом решил разбудить. Э, проснись, проснись. Ой, что случилось? Все, пожалуйста. А что это значит? Давай завтра. Не, пожалуйста, что это значит? Объясни, пожалуйста. Пожалуйста, объясни. Так это же вот что значит. И объясняет. Ой, спасибо, все, ложись спать. Два-три раза было подобное. С обеда он читал эту книгу. Он забыл о приеме пищи, потому что хотел освободиться от греха. Все, когда спали, он не мог спать. Когда солнце начало восходить, он был без греха. А, у меня нет греха. Вот как мои грехи были прощены. Иисус очистил уже все мои грехи. Я уже не грешник. Если Он очистил, как я могу оставаться грешником? Неописуемый покой наполнил его сердце. О, я получил прощение грехов. Весь этот грех был прощен. Господи, спасибо Тебе. И знаете, когда это было? На шестнадцатом году пребывания в тюрьме. Ему оставалось три месяца до того, как выйти на свободу. Он написал письмо отцу. Отец, негодный сын твой, такого-то числа выходит на свободу. Я приеду к тебе и сделаю большой поклон. Потом написал письмо друзьям. Ребята, такого-то числа я выхожу на свободу, давайте встретимся. Но знаете, в тюрьме есть очень послушные и порядочные люди. Это руководители христианства, буддизма и католической церкви. Они такие добрые почти как святые. Но когда эти люди оказываются на свободе, то... Уходя, говорили, что они омыли руки, но возвращаются через месяц или два месяца. Он подумал, и я могу вернуться, если выйду на свободу. Ведь все, даже такие люди возвращаются. Я не хочу возвращаться сюда. Я хочу, чтобы это было моим последним разом. Но он не знал, что делать. Своим способом не получается. Он видел, как многие вернулись в тюрьму. И он молился, пожалуйста, кто-нибудь может вести меня? Тот пастор, который был его отцом, он отказался. Тогда решил написать автору книги. И так пришло письмо ко мне. Я сказал, приезжайте. Он согласился. Я сказал, приезжайте в церковь, когда вы выйдете на свободу. Он сразу приехал в церковь, как только вышел из тюрьмы. У нас была свободная комната, и он начал там ночевать. Целый год находился у нас в церкви. И он был счастлив. Вы не представляете, как он был счастлив. Он говорил, водя целый год, остался на свободе. Он так радовался от этого. Кто-то за месяц или за два месяца снова совершает преступление, а кто-то даже за неделю и возвращается в тюрьму. Он уже был счастлив, что на свободе. Ой, уже прошел полгода. Я не вернулся в тюрьму. Прошел год. Я на свободе еще. Спустя год я сказал поступить в миссионерскую школу. Он учился в нашей миссионерской школе в день выпускного. Вся семья его приехала и благодарили мне. Потом он женился с очень красивой девушкой. Родились сыновья. Сейчас служит пастором и живет счастливой жизнью. Недавно он был в Кении. Он объяснил все тюрмы в Кении, передавал слово. А также одна компания дала телевизоры, и они установили эти телевизоры в тюрьмах. И он читает лекции по майн-образованию в тюрьмах. Люди, которых заключили пожизненно, их все равно не отпустят на свободу. Когда такие заключенные получили спасение, их поставили пасторами. Обычно такие люди мучают других заключенных. Но теперь они передают слово. Президент Кенни сказал мне, что преступности в тюрьмах уменьшилась. И попросил, чтобы мы обучали всех госсотрудников, чтобы мы проводили майн образование. И мы все подготовили. Когда разрешится ситуация с коронавирусом, Сейчас в Кении, в Танзании преступность уменьшилась в тюрьмах. Наш Иисус очистил наш грех, и от радости за это многие люди живут ради Христа. Стали драгоценными служителями Бога. Раньше жили во грехе, но теперь с большим счастьем живут перед Богом. И меняют все термы по всему миру. Почему? Этот человек уже не тот, который был раньше. Когда Слово Иисуса вошло в его сердце, когда он поверил Слово Иисуса, Бог начал жить в нем и действовать. Тогда он не может не измениться. Позвольте, я скажу на исключение. Когда Бог спасал женщину взятую прибадяне, Он Новым Заветом спас ее. А как формируется Новый Завет? Я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспомину более. Говорит Господь, как Господь обещал, Он послал Иисуса. Я очистил весь наш грех Шипчака на кресте. Виду, я желаю, чтобы вы поверили именно в это. Скажите, вы верите? Аминь. Аминь. Если вы верите, покажите вот так. Да. Вы верите? А, 예쁩니다, 그러니까, так красиво. <связь> Господь простил ваши грехи кровью Иисуса Христа. Он сказал, что не воспоминет. Выше пусть и помните. Хотя вы помните, но вы омыты. Я прошу беззакония их. Грехов их не воспомину более, говорит Господь. Еремия 31 главе 34 стихе написано. Написан Новый Завет. Бог поставил этот завет и спас нас. Я желаю, чтобы вы поверили в это слово. Давайте помолимся. Святой Господь Бог, мы благодарим Тебя. Мы должны были получить проклятие и погибнуть, но вместо нас Ты умер на кресте. Не мы омываем наш грех, а Иисус вместо нас получил наказание. Его кровью мы спасены. Однако есть люди, которые не знают этого и обманываются дьяволом и продолжают говорить, что они грешники. Помилуй, чтобы мы не верили в себя. Помилуй, что мы верили в Слово Бога, который говорит, Я не воспомню без их. Пусть милость Твоя будет вместе с нами. Благослови каждого. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что были вместе с нами. В 1962 году я узнал эту истину. И до сих пор я передавал это слово. За что я благодарен Богу. Я желаю, чтобы вы поверили в это слово. Если у вас есть вопросы, вы можете приобрести книгу и подробно узнать это слово. Иногда книги помогают нам понимать это слово. Я желаю, чтобы вы тоже передавали эту истину другим людям. Чтобы вы служили оставшуюся свою жизнь Богу. Давайте вместе встретимся в царством небесном. Мы же не прямо сейчас пойдем. Пока мы здесь, будем встречаться здесь. Я желаю, чтобы через вас люди получали спасение и чтобы они славили Господа Бога. Спасибо.